Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіться у гэтым випуску. Место сустрэчы – партызанская крынічка. У Гомелі ушанавалі памяць байцоў атрада «Бальшавік». Светлае і смачнае свята. Праваслаўныя вернікі адзначаюць яблычны спас. Другі хлеб. У рэгіёне распачалі уборку бульбы. Спякота, пляж і клоуны. Гамельчанам распавялі пра бяспеку на вадзе. І больш падрабязна аб гэтымі не толькі. Сёння ў Гомелі прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя партызанскаму атраду «Бальшавік». Ён быў створаны ў жніўні 1941 года падчас абарончых баёў за горад і вызначыўся шэрагам паспяховых аперацый супраць акупантаў. Гісторыя і сучаснасць у матэрыяле Алега Сенцерова. Ад ускрайку перадваеннага Гомеля да гэтага месца роўна 9 кіламетраў. Правда, гэта калі рухацца па сучаснай дарозе. У 41-м такіх дарог не было. Да і ўвогуле месца дыслакацыі першага партызанскага атрада трымалася ў строгай тайне. Месца для базы выбіралі старанна. Не апошнюю ролю адыграла наяўнасць крынічкі з пітной вадой. Яна дзейнічала нават яшчэ некалькі гадоў таму, але ў сувязі з сухім надвор'ем і паніжэннем узроўню грунтовых вод зараз страціла сваё значэнне. Першапачатковы састаў атрада «Бальшавік», створанага 17 жніўня 41 года, каля 50 чалавек. Недзе праз тыдзень партызаны выйшлі на першае баявое заданне, абстралялі варожыя аўтамашыны на Чарнігаўскай шашы. Дарэчы, менавіта дзякуючы ў тым ліку і байцам атрада акупанты значна абмежавалі рух транспарту ў начны час. Партызанскія засады былі вельмі эфектыўным метадам барацьбы. Хоць і самім партызанам прыходзілася нялёгка. Я пабыл і ў партызанах, пабыл і ў арміі, я ацэньваю. Канешне, ў арміі легчы намнога. А тут не знаеш, з какой стороны тебе могуць стрэляць. Или справа, слева. У арміі фронт ёсць, участок. А землянкі делалі как? Яму выкопал, перекрыл, двери сделал, находили любыми путями в деревнях эти буржуйки. У абласным музеі ваенны славы, куды запрасілі ўдзельнікаў урачыстасцяў, агучваюць лічбы. За час баявых дзеянняў партызаны гомельскага злучэння знішчылі амаль 1400 варожых эшалонаў, узарвалі каля 45 тысяч чыгуначных рэек, падбілі 184 танкі і бронемашыны. Сюды ж можна дадаць статыстыку палескага партызанскага злучэння. Толькі ў перыяд з лістапада 43 па люты 44 яны пусцілі пад ухіл 105 эшалонаў, знішчылі больш як 6 тысяч гітлераўцаў і нават збілі 5 самалётаў. Не только диверсионная деятельность, скажем, нападение на гарнизоны, но это ведение разведки, потому что разведка аэродромов, складов, потом, так сказать, работа радиостанций, передачи на большую землю и бомбардировки и так далее. Естественно, выявление коллаборантов, то есть были, так сказать, специальные группы, которые отслеживали, потому что у партизан было налажено тесное сотрудничество с подпольем. Все, кто служил фашистам, брались тоже на особый учет, поэтому разносторонняя деятельность. И, конечно, в рельсовой войне сыграли важную роль, это уже в операции «Багратион». Некалі командир партизанского излучения, герой Советского Союза Петр Вершигара, назвал своих боевых сябров людьми с чистым сумнением. И это слово можно отнести до всех громадян, которые смагались с ворогом за линией фронта. На жаль только, что сегодня партизан отряда «Большевик» у живых не засталось уже ни одного человека. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць адно з галоўных хрысціянскіх святаў – Преображэння Гасподняе. У народзе гэты дзень вядомы як яблычны спас. З нагоды свята ў храмах праходзяць урачыстыя набажэнствы, асвячаюцца яблыкі новага ўраджаю. У гамельчан, дарэчы, склалася ўласная традыцыя святкавання. Удзел ва ўрачыстасцях пад адкрытым небам у яблыневым садзе прынялі нашы корэспандэнты. Яблычны спас у народным календары славян з'яўляўся адным з першых святаў ураджаю, дзень, з якога прырода разгортвалася ад лета да восені і зімы. Толькі з яблычнага спаса дазвалялася есці яблыкі і стравы з пладоў новага ўраджаю. Хрысціянскае свята Преображэння Гасподняга ў праваслаўі ўваходзіць у лік 12-х, 12 найважнейшых пасля Велікадня. Яно заснавана на евангельскай падзеі – з'яўленні Ісусам Хрыстом сваёй боскай прыроды. Когда он зашел вместе со своими учениками на гору Хавор, и в божественном свете ему явились два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия. В этом событии как бы было явлено божество Господа Иисуса Христа, и ученики явно увидели его божественную сущность. Здесь явно мы видим, к чему призван каждый человек и каким путем он должен идти.
Освячать на яблочный спас дозволяется не только яблоки, але и любые солодкие плоды. Цікаво, что наши продки у гэтый день у царкву приносили и пшаницу. Але с тягом часу от гэтай традиции отошли. Подяковать Богу за сёлетний урожай и попросить благословения – головный сенс свята для верников. Во имя Отца и Сына. Сохранен яблочный сад, и в это место всегда приходит огромное количество людей для того, чтобы осветить урожай. Вообще, это праздник очень благодатный, потому что люди, которые своим трудом вырастили урожай, которые его собрали, приходят для того, чтобы окропить его, приходят для того, чтобы утвердить свое здоровье, получить Божью благодать. Не глядя на то, что свято пропадая на Успенский пост, у этот день дозволяется послабление. Можно уключить у рацион рыбу и слонечниковый олей. Так само лишится, что каждый верник обовязково повинен съесть хоть один яблок с медом, как быть здоровым у весь год. Принято частовать освеченными яблоками родных и сябров, раздавать садовину бедным. Это очень хорошая традиция. По той простой причине, что и детям интересно, они приобщаются к православной культуре. Ну и людям очень удобно. Но я сам вырос в деревне, поэтому я знаю, что после этого праздника уже готовили, мочили на зиму яблоки, уже скрыльки сушились. Малыш яблоко съел, да, малыш у нас православный, крещеный, как и положено. Покажи, как Божке надо молиться. Не хочет, но умеет, уже умеет. 29 жніўня будзе азначацца трэці спас хлебны ці арэхавы. У гэты дзень выпякаюць хлеб са збожжа новага ўраджаю, а яшчэ збіраюць лясныя арэхі. Ганна Каральчук, Вольга Канавалова, Максім Славін, тэлерадыёкампанія Гомель. Уборочная кампанія практычна на фінішы. Абмалочана больш як 91% плошчаў. Вага рэгіянальнага караваю на сёння больш як 920 тысяч тонн. Тем часом у регионе распочалася и уборка другого хлеба. На поле Гомельского района вышли бульбоуборочные комбайны. Урожайность у гэтым годзе на узроўні леташней. Зараз бульба идзе на реализацию. Але у ближайший час у одним из самых буйных агароднінасховішчаў в Украине будут закладывать прикладно 20 тысяч тонн. У таких умовах специальная температура, вільготнасць, микропроветривание, бульба заховывается до наступного урожая. Конкретно в нашем регионе, в нашем районе для картофеля, ну, начало сезона было не самое лучшее, немножко сухо было, посадка сухая, потом прошли дождики, ну, пока более-менее виды на урожай, я думаю, что будут неплохие. Основную, скажем, массовую закладку урожая, начало уборки, мы планируем начать где-то 25-26 августа. Убираюць аграры і лён. У гэтым годзе ў рэгіёне пад беларускі шоўк выдзелілі амаль 5 тысяч гектараў і не пралічыліся. Ураджайнасць льнонасення на 25% вышэйшая ў параўнанні з мінулым годам. А гэта значыць, што ў наступным годзе патрэбы рэгіёна ў насенным матэрыяле гаспадаркі цалкам закрыюць сваімі сіламі. Усё лепшае дзецям. У Мазыры жыхары шматкватэрнага дома пабудавалі дзіцячы гарадок. На добраўпарадкаванай пляцоўцы, у якую неабыякавыя бацькі ўклалі свае сілы і сродкі, сёння гуляюць дзесяткі малых. Аб станоўчым прыкладзе сюжэт карэспандэнтаў тэлеканала Мазыр. Усяго год таму на гэтым месцы была закінутая пустка. Сёння, дзякуючы неабыякавым бацькам, якія ўклалі свае сілы і сродкі, яна ператварылася ў дзіцячы гарадок. Рознакаляровы невысокі плот у цэнтры ўзвышэння. Вышаецца прыгожая шматфункцыянальная горка. У пясочніцы дзятва будуе замкі, а на зручных лавачках за імі назіраюць маці і таты, дзядулі і бабулі. Наша площадка просто развалилась, поэтому дзяцей много. Вот решили пройтись по подъездам, спросить, кто за. Оказалось, желающих много, начали зимы, ну вот до сих пор уже вот что настроили. Ідэю мам-актывістак падтрымала большасць суседзяў. Грошы здавалі не з прымусу, а па жаданні, хто колькі мог. Сабраўшы патрэбную суму, заказалі першую горку. Мантаж і добраўпарадкаванне рабілі добраахвотнікі. Для мясцовай дзятвы пляцоўка стала сапраўдным падарункам. У дні летніх канікул яна пустуе хіба што па начах і калі прыпякае сонца. Мы часта граем в даганялкі і граем в пісочніцы. Мне больш всего нравіцца горка. У гості у гэты вясёлкавы панадворак прыходзяць із суседніх дамоў. Спачатку па-добраму зайздросцілі, прыглядаліся і гулялі. А цяпер таксама плануюць узвесці дзіцячыя пляцоўкі ў сваіх дварах. Станоўчы прыклад апыніўся заразлівым. Кацярына Юрчынка, Лідзія Потар, Вячаслаў Прыпісноў, Алег Фіцнер, тэлеканал Мазыр спецыяльна для тэлерадыёкампаніі Гомель.
На суше и у воде у Гомеля проводят специальные рейды для аматоров пляжного отпочинку. Правда, у нестандартной форме. О правилах безопасности рассказывают не только сотрудники товариства выратования на воде, але и клоуны. А волонтеры Червоного крыжа учат навыкам оказания первой медицинской допомоги. Что с этого отрымливается, ведая Максим Савин. Букетик посмотри дома с папой и с мамой, почитай. Ты читать уже умеешь? Ну вот умница, и ты будешь знать, как оказывать первую помощь. Навыки безопасности на воде у такой нестандартной формы – это ноу-хау для аматоров пляжного отпочинку. Волонтеры Червоного крыжа, супрацовники товариства выратования на воде и удельники театра блазнования и пантомима объединились и таким десантом высадились на городском пляже. Каб нагадать про то, что отпочинок у першую чергу повинен заставаться безопасным. Нам понравилось очень хорошо, что детей развлекают, ходят. Ну, как бы правильно, и для родителей, и для нас, и на самом деле, что человек говорит, неоднократно мамочки лежат на пляже, должны быть с детками со своими. Брошюры, опытания, питный режим, гульни и махчимость отпрацовать теорию на практике на манекенах. Робить штучное дыхание и непрямый массаж сердца учили у всех жадающих. Всегда очень людям интересно, они стесняются, но потом, когда видят, что можно попробовать свои силы, всегда подходят. Агитация, обучение населения первой помощи проводится постоянно вне зависимости от погоды. Вот. Ну а водичку мы раздаем всегда, когда высокая температура. До речи, официальный пляж – это специально подрихтованное место. Тут дежурят ратовальники. Есть подъезд для худкой допомоги. У таких местах, подкресливают супрацовники товариства выратования на воде, практически не фиксуют выпадки гибели людей. А вот так званые стихийные пляжи мают свою сумную статистику. Это места называются запрещенные для купания, где не проверено, не почищено дно, где нет спасателей, где нет даже номинальных бытовых условий. Когда им предлагаешь идти на пляж, они говорят, с нами ничего не случится. Это вот люди все время себя обманывают. У меня просто совет всем тем, кто отдыхает в таких диких местах, как я их называю, это идите отдыхайте на пляж. Подчас рейда уздовж берега специалисты фиксуют хоть и невеликие, але порушения. И снова нагадывают отпочивальникам про осторожность. Покуль жнивень радует надворьем, водоемы остаются самым популярным местом для отпочинку. Але ж варто памятать, вода не даруя не байность. Тому есть такие летние патрули будут протягивать свою работу. Максим Савин, Ольга Холодович, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН. До інших тем. Двум аматорам дзічыны з Хойнікаў пагражае крымінальная адказнасць за парушэнне правілаў палявання. Прычым адзін з затрыманых па прафесіі ляснік. Падчас рэйду ў Хойніцкім раёне былі затрыманыя двое мясцовых жыхароў, якія на матацыкле і зараджанымі ружжамі калясілі па лясных сцежках. Па афіцыйных правілах паляванне такога роду забаронена нават з пункту гледжання ўласнай бяспекі. Няшчасныя выпадкі са смяротным зыходам адбываліся па гэтай прычыне неаднойчы. У гутарцы з інспектарамі разгубленыя мужчыны блыталіся ў сваіх паказаннях, спрабуючы сысці ад адказнасці. Сотрудниками Мозыцкой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира были задержаны двое граждан, жителей Хойницкого района, которые с механического транспортного средства, мотоцикла, осуществляли ружейную охоту в охотничьих угодьях Хойницкой Росэргорбор. Данные граждане охотились на утку, используя при этом патроны, снаряженные картечью. Транспортный сродок, зброю и разнокалиберные патроны конфисковали. Теперь это речевые доказы. Проводится проверка, по выниках якой будет вырашаться пытание об открытии криминальной справы. У Центральной городской библиотеки имя Герцена можно познакомиться с вышивкой и акварелью гомельского майстра Ганны Пугачевой. Экспозиция с мелодичной назвой «Под шолах травы» включает около 30 творчих работ автора. У якости основы для своих вышитых картин автор выкористовывая натуральные льняные тканины и переважно шелковые нитки. Кожная работа просякнута особливым теплом и настроем. Одна из центральных тем у творчести майстра – кони. На вышитых полотнах можно убачить не только природную грацию, неповторную прихожость и моц, але и индивидуальный характер этих высокородных живел. Натхняют мастачку так само кветки и маляуничие кутки белорусской природы. Вдохновляет меня окружающий мир, окружающая красота. Цветы, природа, лошади, хорошие книги, хорошая музыка, стихи. То есть все прекрасное, вся красота. Я отношусь просто с очень большим уважением к натуре, к тому, что создано Господом, Богом. Потому что все-таки первый художник был Господь Бог, и Он создал это все. Вот. Поэтому вот я стараюсь просто передать.
І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам насычаных выхадных дзён. Да новых сустрэч у эфіры.